Всем привет! Сегодня пятница, 9 сентября. Завтра будет день города Валуйки, Белгородской области, Российская Федерация. Завтра меня, к сожалению, в России не будет. Завтра я буду здесь, у себя дома в Купянск-Узловом, Харьковской области, Украина. Поэтому вот можете перейти по аннотации и посмотреть прошлогоднее видео дня города Валуйки. Но я вот приехал сегодня, но еще я был до этого в понедельник, и увидел достаточно интересную картину. Смотрите, такое чувство, что я увидел не репетицию ко дню города, а ко дню годовщины Октябрьской революции. Там вот так вот школьники вот так вот шли, вот так направляя руку к памятнику Ленина. Ну вот, серьезно, у меня возникло чувство, что я вот из Украины попал в Российскую Федеративную Советскую Социалистическую Республику. Ну, в общем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Смотрим. А через неделю уже выборы. Так. Вот так.
как посмотрели. Знаете, вот есть еще на ютубе такой блогер Анатолий Шарий. Так я вот не могу понять, вот к чему Украину связывают с Украинской Советской Социалистической Республикой. Также я вот не понимал, вот почему граждан Восточной Украины, в том числе и меня, большинство из которых вообще не ходили на выборы, называл ватниками. Вот к чему это? В общем, мне, как слабожанину, вот этого вот западенца, вообще вот, наверное, никогда не понять. У меня вот свое мнение. Знаете, я вот смотрю, допустим, со стороны на такие страны, как Непал, там, Нигерия, Парагвай. И вижу такую тенденцию. Чем вот сильнее лидеры государств стараются победить идеологию прошлого, тем сильнее это самое прошлое настигает это самое государство, но уже без идеологии. Ну вот, к примеру, возьмем Украину, вот квартиру, в которой я сейчас нахожусь. Видите, вроде вот два магнитика на холодильнике, да? Более-менее современные, но вот вам обратите внимание, видите, вот плитка вот как была положена при Советском Союзе, так сейчас она и остается. Вот балкон, как был сделан вот лоджия, так она и остается. Даже вот, вот асфальт, как был положен при Советском Союзе, так он и до сих пор лежит. И вот видите, ничего не менялось фактически. Плита вот тоже такая же, ну все, такое же, как было при Советском Союзе, ничего не поменялось. То есть застой во времени. И так много где. Вот. Что осталось от советского прошлого, но не идеология. Вот это вот надо учитывать. Причем тут советская власть? Ведь такое могло произойти фактически где угодно. Так что я вот серьезно не понимаю Анатолия Шария. А еще вот 18 сентября в России состоятся выборы. Я вот замечаю вот очевидное сходство между вот Российской Федерацией и РСФСР. То есть доминирует по сути очень сильно одна партия, Единая Россия. Того, чего нет в Украине. Я вот серьезно много где в тех же Валуйках видел агитацию партии «Единая Россия», и вот чисто случайно нашел только одну бумажку от партии «Справедливая Россия» во главе с Мироновым. Ну вот, смотрите видео. В общем, из всех стран мира, мне, как гражданину Украины, Украина больше всего напоминает такую страну, как Мьянма. Та, что раньше называлась Бирма. Я вот сам не знаю почему, но по сути, вот общим является то, что нам вот всем, что вот мьянманцам, что украинцам вот внушают такую идею, что ты должен забыть прошлое, не строить планы на будущее и жить настоящим, как в рекламе Пепси «Здесь и сейчас». Так что вот подумайте над этим. Поэтому всем всего самого лучшего, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.